Всем привет! Это Теодор, и сегодня мы будем играть в террарию. Да, извините, это террария. Я немного не освоился, но он достаточно Кирилл, конечно же. Я зарегистрировал в Симе, в Скайпе, и так где угодно, можно сказать. Вы видите, что этот дом, да, мой? Но это не все. Я сейчас вам покажу пещеру. Вот видите? И тут каким-то образом заяц бежит. Мы его сейчас убьем. Все, не входи заяц в эту комнату. Поехали дальше. Вот наша называемая пещера. И ставим стол. Что мы будем крафтить? Печку. Так. Дайте подумаю, что еще. Железо. Ну что ж, давай. Ну что, дорогие зрители, давайте пойдем в пещеру и посмотрим, что там освоимся. Ну давай сначала сделаем мечи. Что? Мечи сейчас наделаем. О, сейчас мы наделаем мечи. Железные. Куча моря мечей. Куча моря мечей. Так называем мечи. Ладно, простите за известно. Если вы хотите нормального видео, знаете, где вы, знаете, какое-то нормальное видео? Смотрите видео, так, Эл, Иллюзия, так, смотрите видео смешанные мовки, это тоже мой друг снимает, и смотрите видео, где Стис и его друг, я забыл, как его зовут. Стис и... Я вам покажу это видео, конечно. Сегодня мы просто придем террарию. На следующий день мы будем смотреть видео, ставить лайки, оценивать их. 2 балла, там 3-4. Максимальный балл мы вам завтра скажу. Но сегодня мы пока придем в террарию. Как я буду снимать? Как мы родим? Думаю, в понедельник. Всю неделю я буду точно снимать. Сейчас у меня начались летние каникулы. Я закончил 4 класс. То есть переступлю в 5. Да, знаете, переступлю в 5. Да. Мне знаете сколько лет? Мне 11 лет. Да, будем какой час мы сидеть, вот нет. Более. Сейчас, подождите, сейчас я так сделаю так, что вы слышали. Слышишь? Да, не слышишь. Ну так что, давайте еще покрафтим, и я вам расскажу про их террарию. Это игра террария, можно скачать ее в Стиме. Конечно, не бесплатно, за деньги. Я играю в игру Counter-Strike, в Duty, в третью модуль файл посетили там. Ну так, конечно, не буду. Так, а что в Counter-Strike играю, Half-Life, там, GTA 4, GTA 3 в Steam есть. И GTA 3. Ну, все GTA, короче. Ну, и все второго нету, первого нету тоже. Ну, посмотрите, позовите. Ну, что мы еще будем крафтить? Конечно, я сейчас не один сижу. Со мной мой дядя сидит, и который крафтится за все. Я вам сейчас дам микрофон, послушайте его голос. Послушайте. Так, вы видите? Вот, чмок кто-то ходит, да? Если он не знает, как его зовут, это Лох. А не словом Лео. Лео. Все. Мы сделали кровать. Много чего еще. Я думаю, мы уже скоро видео это закончим. Так, еще 5 минут. Давайте поснимаем. Максимум у меня будет, наверное, видео идти 15 минут, 20, 25 будет идти.
15-13 минут. Ну, максимально 25 или 35. 35 максимально. Я пока еще не буду выкладывать. Я пока не буду еще выкладывать. Вот это как это называется. О, у меня, кстати, батлшут еще есть. Третий. Я тоже могу играть, но куклу не выдерживаю. Хотя я не могу. У меня есть звезда. Мы ставим сюда кровать. Мы сейчас будем дрыхнуть, как не знаю кто. Да, смотрите. Что-то я уже устала снимать, конечно. Если вы поверили, тогда это не правда. Ладно, если вы хотите меня добавить в Steam, я вам покажу свой аккаунт Steam в следующем выпуске, наверное. Конечно, в Steam уже давно не заходил, потому что я видео тоже давно снимал. Я уезжал на мир, меня месяц не было. Там у меня переселение по Steam, но вы увидите меня в Steam там, наверное, на следующей неделе там, или нас. Сегодня число. Ну ладно. Ну сегодня, конечно, 29-го. Вы можете найти его. Видите, где... Я вам приближу это. Приближу. И вы увидите, где число. Календарь и все такое. В следующем выпуске, наверное... Идем за лавой. В следующем выпуске мы, наверное, пойдем за лавой, или мы этот выпуск просто продолжим.